Меканайс здесь, я рад разговаривать с вами вновь. Спасибо вам за то, что вы присылаете реплеи на обзор под заказ. Все реплеи, которые вы присылаете, вот они. Мы идем снизу вверх, и у нас существует очередь. И вот теперь вопрос. Сколько делать видосов в день? Один или два? Я склоняюсь к тому, что буду смотреть по одному реплею в день. Поэтому, ребятки, когда вы смотрите, перед тем, как прислать новое, вы посмотрите, что придется какое-то время подождать. Все обговаривается в личных сообщениях. Итак, сегодня у нас чудом 18+. Давайте посмотрим. Некий игроков, вы видите, карта Альварус. Самая популярная карта в 3x3 играх, это Альварус. Два хаоса и гварда. А вот остальные фракции посмотреть не успел. Итак, хаосит. Отличная логика. Пусть логик. Культогренчик. 4 культя много. Все-таки для Альваруса 4 культя это перебор, ребята. 2, но на худой конец. 3. Проклятие, Альвиси Хаос, Си Дес. Я вижу смерть в твоих глазах. Так, Виндикейр, Гвардос. Далеко выбрасывает, смотрите, генератор. Чтобы генератор дал область постройки, и где-то вот здесь будет брошен штаб, то есть выкинуть штаб подальше. Здесь можно еще построить второй ген, и только потом уже штаб здесь на центре. То есть еще дальше его выставить, ладно. И Хаосит микро. Тоже культагрен, смотрите. Но микро немножечко отстает, он не... Нет, мучает рабов, мучает. И вообще игра через одну пачку культистов. Ну, в принципе, логично. Если здесь этот хаосит берет себе риэл, гвардос берет этот риэл, правильно, одна пачка культей на три точки, все, в принципе, разумно. Голый теч у нас от микро, да? Ну, ты можешь уже течиться. Да, и он и течится, ребята. Ну, смотрите, минута 14, он выходит. Голый теч делает на 30 секунде, ребята. Он опоздал на 40, на 40 секунд. Уже хаосит был бы в Т2, ребята. Ладно, два хаосита и гвардос. Что там дальше? Хаосит Килмур. Через казарму лорд. Здесь больше классика у нас. Собочка Канониса. С пистолетиком будет. И гвардос. Три рабочих. Три рабочих. И штаб. И тактика контрол. И гвардос, и кэсочка. И не берет реликт. Ёлы-палы. Гвардос отказывается от реликта, все закачал на Т1 и пошел перестреливаться с культистами. Вот они, грены на грены. Извечный вопрос, кто больше, грены гвардейцы или грены хаоса. Ну, мы видим, Джера ТС, сейчас она кса своего отдаст. Да, конечно, отдаст, потому что не добавляется никто. Минус КС, точка сдекаплена сейчас будет. Посадил всех. Закачка гварды. Ой, ребята, Джера ТС, ребята, это слабое звено здесь, Господи Иисусе. Я не знаю, как он будет играть дальше. Я не знаю, если сейчас к нему прилетят от двух хаосов по талону, то они просто разнесут этого гвардоса. Ну, Виндикер, куда ты лезешь-то? Бэк, пусси лоджик. Отличная логика. Я бы сказал, да я не матерюсь, какая логика. Но я думаю, вы сами поняли, какая здесь логика. Ну что, закачивает свои греночки. Подошел сюда и лорд хаоса, и канониса здесь. Вот они. Играют через героев. То есть эдакий тэч тоже. Сожгла генерала. Так, хаоситы смы. Закачечка смов. То есть ты, хаосит, не видишь противников. Вообще не видишь. И делаешь толпу десантников. То есть все-таки, знаете... Приоритет в игре должен быть теч. Нужно всегда по умолчанию течиться и по необходимости лишь делать какие-то войска для обороны. То есть, понимаете, для победной игры нужно течиться и ходить по лезвию бритвы. То есть вот-вот граница. Ты течишься и делаешь минимум войск, чтобы лишь бы тебя не продавили, ты не потерял слишком много. Эдакий гамбит. И быстро выйти в войска, которые лучше, сильнее и перспективнее будут в данной ситуации. Вот это суть игры. А вы видите, что противника хаосита здесь нет, гвардоса здесь нет, здесь культагренчик. Ну и что, что вы сейчас втроем к нему идете? Ну и что? Построил ту турельку. И что? Противников-то нету.
Нету, это значит, что они в лютейшем тэче. И что вы сейчас будете делать вот этим своим барахлом, вот этими смами против дефайлера отсюда, дефайлера отсюда и, например, масса химер от центрального гвардейца? Что вот это барахло сделает против двух дефов с каждой стороны и по и 2-3 химерки? Хауситы с болтером. Колоссальное вложение в никуда. Йоу, оу, эй, а, их трое, эй, вы, веселые ребята, на меня тут трое напали, что вы заняты? Все, культистов он всех слил, сам себя зажал здесь. Точку надо было перенаправлять на парней с болтерами. Ну что, первый деф пошел, микро сделал. В пятой минуте дефайлер поздно, дефайлер должен уходить в четвертой, 4.30. Декапчик, ну вот она, турелька сломана, гвардосы. Так, а где твой дефайлер? А ты только идешь, Т2. Ты наставил столько своих бесполезных культистов, что толком ничего не сделал. 4 культя слишком много. Слишком много на Альварусе 4 культя. 2, максимум 3. И лучше турельку построить. Так, дефайлерик работает. И вот это все стадо обратилось в бегство. Терпи. Терпи, отвечает ему микро. Кстати, хаосит русский. И не тупи. Верное замечание. Не тупи. А что еще осталось? Правильно? Не, хорошее рассуждение. Когда вас нагибают и вы ничего не можете сделать, ну, тогда расслабьтесь и получайте удовольствие. Тэч делает. Да он и делает. Он делает тэч. 3 точки грейжены у него. У Гвардоса тоже вот она уже строится. Все хорошо. Ты кого... Чел, ты кого учишь? Господи, да ну нажал Т2. У тебя 2 минуты есть. Ой-ой-ой. Логика, веселая логика, недовольная. Посмели сделать замечание. Все норм. Ну, все норм, хорошо. Хорошо. Уже должен он быть. Правильно, должен он быть. А вот они сказываются. 4 культя. И все 4 точки грейджены на Т1. Все правильно. Че, о, господи, один на один хочешь. Боже мой. Не позорься со своим один на один. Так. Дарка Маркус с Селестианки, дед, вот прям моя любимая страточка. Не делать вторую пачку, а сделать деда. Я люблю делать дедушку. Так, что у Гвардосика? Подсвечивает, стреляет. Что у Гвардосика? У Гвардосика идет Т2. Ну, в принципе, ладно, точки бы подгрейдить. Ладно, годится, ладно. Что у Хаусита? У Килмур. А этот жертвенный круг и яма машин. Я не ливер, хватит пикать. Приросты, больше оружия. Ты что делаешь, Килмур? Ты хочешь ездить с парнями на болтарах? Ясно. У парней ничего нету, кроме одного дефа у этого хаоса. Гвардоса вы вообще не видели. У этого хаосита вы только убили культей и вы ничего у него не видите. И ты делаешь закачку своих смов. Против облитов, двух одержимых. Так, гвардия Джера ТС закрывается. Ну, что-то как-то, знаете, очень неуверенная игра от этого гвардейца. Очень неуверенная у нас. Да, конечно, арина, болтеры, аура, чтобы больше был урон, да. Что, собачка? Станчик. Селесты. А все, братцы. Т3. Пошел прямиком в Т3. ЛП3 лучшее вложение. Здесь 4-3 дефа. Арта турельками закрылся тяж. Селестианки не актуальны. Селестианками ты, браток, уже ничего не сделаешь. Абсолютно ничего. Слишком много здесь артиллерии. Твои селесты умрут на подходе. Это надо как-то отвлекать. Блин, ребят, я не знаю. Селесты против арты — это смерть. Селесты проиграют. Все. Побегал, получил дамаг и убегаешь. Постреленный, побитый, опозоренный, потерявшие честь, отступают. Так, ты грузишься. Ну и опять же, лучшее вложение ЛП-3. Лучшее вложение ЛП-3, господи, ну конечно. Лучшее вложение ЛП-3. Вот она, яма демонов. Облитые одержимые, ЛП-3-шечки шикарненько, 4 точки. Все хорошо, турельками закрылся, гвардостик все делает четенько. Виндикейр. Так, ладно, точки, хорошо. Ну вот ты выехал. Машинка застанена. И сейчас ты получишь обстрел артой. Селесты подключаются. А бесполезно.
Бесполезно, обстреляют. Две арты, три дефа. Ух, потяжеку. Ну, половину хп он выбил. Ладно, подошел, отошел. Неплохо продавливают, неплохо. Талончик от Килмура. На дефайлеров надо направлять. Прожигают, ребята, прожигают. Слишком много здесь парней. Держитесь, держитесь, нетрадиционной ориентации люди. Получается, слишком много здесь парней, бесполезно. ЛП-3, ты нехороший человек нетрадиционной социальной ориентации. Слышь ты, такой-сякой. В общем, два хауситы ругаются. Я играл в 4 культя. Нахера тебе 4 культя? 3, меня спушили. Завали рот свой. Плохие фекалии. Господи Иисусе, два хаусита ругаются. Пусть логи вот этот хаусит вышел, он куда следует. Ну, в принципе, обвинять его не надо. Он в Т3 вышел. Все у него в порядке. 3 дефайлера тоже нормально, в принципе, сойдет. Но надо в миле уже было посылать. Дефов надо было посылать в миле. Уже драться в миле с ними. Пришли одержимые на помощь. Как ты, течер, течер. Господи, ругань, ругань. Облиты. Застанены одержимые. Хаусит подходит нормально, кстати, нормально. Они продавили. Ну а что они сделали? Забрали 2 арты, забрали 3 дефа. И все на этом. И все на этом. Гвардос Джера Тиси, братцы, он отдается. Просто по нулям отдается. Штабик. Хаусит с болтерами. Так, 2 из 4, а у этого 2 из 4. Надо добавлять болтеры. Новую рину нужно делать. Тяжик пригнал. Неплохо, ребята, неплохо они продавили. Неплохо, братцы. Неплохо. Вторая пачка облитов. Ух, ребята, жесть. Жесть, жесть. Все, сейчас хаос сгорит. Надо хаоситы убегать. Конечно, конечно, конечно. Все сошено. Здесь урон фантастический. Две пачки облитов. Ну, продвигайтесь, продвигайтесь. Селестианки решают переключиться на хаосита. Правильно. На гвардейца ломиться смысла нету. А вот на хаосита можно исходить. Хочет сломать быстрее. Но облиты-то высажены. Высадились. Долго как ломаешь, а? 4 турели построил. Затащил игру вам, лохам. 4 турели. Для чего тебе 4 турели? Для чего? 4 турели. Сейчас-то зачем? Тем более антитешных. Ну что, Теч себя оправдал. Облитераторы потащили. Арта потащила какое-то время. Ну, здесь парни сюда идут на декапчик. На декапчик подошел, декапит. Хорошо, хорошо. Облиты есть облиты. Ну, повязать их и все. 2 ЛП-3 нормально. Здесь телепорт облитом. Хорошо, снова слив здесь будет. Уже, ой, ой, испепеляют просто еще одержимые. Микро. Ну, тут уже не убежать. Тут уже все. И здесь одержимые. И здесь одера. Ну, надо объединиться. В одиночку не надо посылать. В одиночку посылать не надо. Сюда, сюда. И вот этой толпой два облита, два одержимых отправить их, вот, например, к сестре. Но тут ты работаешь, одержимая за счет своей мощи. Они, конечно, тащат, но не надо, не надо, не надо зря сливать. Не надо. Ну, вот видите, видите, испепеление, просто аннигиляция. Ох, вошла обилочка. Это аннигиляция. Не пиликай, не пиликай мне. Ой, какой неадекватный, неадекватная логика. Господи, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Заехал хаусит, ну и чё? Талон летит. А тут масса турелей, нечего тут талону делать. Так, ну чё, всё? Не сконтрить, всё? Приплыли? Чем это контрить? А нечем это контрить. Ну-ну-ну-ну, микро-микро, контроль. Тупите. Подтупливает, микро подтупливает сам здесь немножко. Селестов могли сбрить. И вот так неожиданно облиты из строя выведены, облиты слиты. Расслабились. А, телепортик есть у логики-то. Телепортик, все, свалил. Че, гвардосик? Т3 в индикейр, восстанавливает потерянное здание. Тяжик, хорошо. Телепортик, и вот работает снова. Одержимый от Килмура. А че не рискнул, че не пошел?
Одержимая от микро. Нету, туда-сюда бегает. Ух, ребята, ух. А, турелька здесь сломала. Сломала турелечка. Ой, жесть, эпично. Ребята, эпично, эпично, конечно, эпично. Тяжик и закрылся, турелька, еще турелька. Хорошо, хорошо. По отработанной схеме работаем, чтобы было куда отступать. Все правильно. Все правильно. Т3. Динамичненько, динамично идет. Так, что тут у нас? Гвардос. Хаусит, мало точек. Новый лорд. Ну что, поездил? А нет, ну он продавил на своих смах. Продавил. ЛП-3 тоже делать надо начинать. Соп. Где Т2 Селест? Т3 не попахивает даже. Гвардеец Т2 Арта. Одержимое сейчас гвардейцы они поддавят. Забирать пришел турель, чтобы точку построить. Эта турель здесь точку сломала. Да-да-да. Сейчас гвардейцу здание посчитают. По очереди будет обменчик у нас. Микро здесь. Арта. Т3, Т3 гвардосу надо. Т3. Наломчик на гварду снова. Где собачка? А собачка бежит спасать. Эти сейчас химерки будут пофинговать. Эй. Ассасины. Ух ты, ничего себе. Их 5 штук здесь. 1, 2, 3, 4. 4. Ничего себе. Вырезали пак за секунду. Да, ничего себе, неожиданно. Ну там, если у юнита меньше 50% хп, то смерть с одного удара. Что-то такое. То есть это нормально. Ассасины, ребятки, жесть. Вот оно, круто, круто, круто. Ассасины, это круто, ребята. Это классно. Невидимое по умолчанию. Зачем тебе еще одна механическая команда? Т3 надо идти, Бенблейд надо делать. А Бенита нету. Ну хотя бы в Лиманов выходить. Сейчас, сейчас, сейчас они тут посчитают, посчитают ассасины, порежут. На, все, убегают, убегают, убегают. А, нет, еще одержимые. Собачка. Динамичнейшая, динамичная игра, ребята. Так, стан, на одержимых стан. Сейчас культи еще их срежут. Не, соп в порядке. Соп в порядке, только Т3. Т3, Т3, экзорцисты. Ууу, вошло. Прошел, прошел дамаг. Соп, ребята, в порядке, работает ассасинками, классно, классно поработал. Ну, исцеление бы я бы, наверное, выбрал бы, миссионеров с исцелением. Гвардосик, две арты, три химеры, в каждой кто-то сидит. Тяжей привез, он тяжей привез, ребята, ничего себе как развернул. И гвардосов с плазмой. Нормально, нормально работает, и арта теперь работает, одержимое это все тоже проблемы будут испытывать. И соп здесь. Облиты! Все, поехал обратно, поехал. Все, бах, срезали, срезали пачку, срезали. А, колдун здесь. Ну, колдуну тоже недолго осталось, он рядок за ним бежит. Все, все, бах, все, приплыл. Ничего себе, камбэк с двух сторон, нормальный, камбэк нормальный. Хаусит Т3, конечно, Т3, соп Т3. Три. Экзорцисты в порядке, парни. Единственное, гвардосик Т2 проблема. Своеобразный Джерард Си Гвардос. Своеобразненький. Т3 гвардеец Виндикейр. Новая турелька дострелит. Нет, не дострелит. Декапить. Декапить надо, декапить точку. Собочка работает, Килмур. Принц! Опять бедного гвардейца наломились на гвардоса. ЛП-3 потеряна. Масса, масса ассасинов. Селесты, Кана, экзорцист подошел. Принц, Дефайлер. Они сейчас могут, кстати, снести этого гвардейца только так. Одержимые снова побежали на убой. Здесь у гварды, вы посмотрите, толпень. Куда ты бежишь своими одерами? Ты на слив бежишь. Разворачиваешься. Господи, эй, логика. Ну точно, логика. Два тяжа. А здесь подсольют. Дефайлер, принц пал. Захлебнулась атака, захлебнулась.
Достреливаю. Снова два облита, одержимые. Ух ты, ребята, недаром игра называется Чудом 18+. Я даже не знаю, какая команда победит. До сих пор не знаю. Все, и на центр вы теперь не выйдете. Вот этой своей пехотой работают экзорцисты. Храм Святой Воплоти. Вот этот Дарко Маркус мне нравится. Определенно нравится. Как он играет, мне нравится. Гвардосик, ну блин, он играет. Смотрите, он делает гвардосские дела. Т3, еще гвардейцы. Он это делает странно, немножко как-то коряво, но он делает. Хаоси 3 дефа сойдет. Четвертый. Нужно уже готовиться, знаете, готовиться к каким-нибудь бладтырстерам энергию. Ой, готовиться к чему-то, к залету на главку. Парочка бладтырстеров. Что там? Принц. Танки, Т4, наверное. Аура. Так, гвардосик, ресов-то куча ресов. Что там с Т4-то? Ресов-то масса, где Бенблейд? Ресов масса. У тебя, Хауси, тоже полно. ЛП-3. Закачка ЛП-3. Дефайлеров добавить. Игра затянулась. Игра определенно затянулась. И нет пока просвета ни у одной команды. Нужно что-то делать уже долгоиграющее, перспективное. ЛП-3. Ставить экономику. Делать ЛП-3. Добавлять, ну хотя тут турели хорошо все. Выйти в Т4. Сделать Бладтырстера или Принца. Принц от логики, хорошо. Дефайлер тяжи. Здесь под шумок они проходят. К Хаоситу сестра проходит. Встретят здесь хорошо. Культяшечки сломано. Облиты. Ну, здесь атака захлебнется, я думаю. Одержимое с колдуном. Напрасно колдуна решили присоединить к одержимым, потому что скорость одержимых заметно падает при присоединенном колдуне. Че ты... на касах пошел, на касах. Т4, Гвардос. Где место для Бенблейда? Одержимое все, работает экзорцист по ним. Стан на касках. Лиманы, где Бенблейд? Где Бенблейд? Еще лиман. Так у тебя ресов куча, Гвардос, у тебя куча ресов. Все. Все, им конец. Все, им конец. Пишет логика. Ща корова будет. Ну да, главочка падает. Здесь пробитие. Два облитератора плюс танк Т4. Проломит. Сейчас проломит. Проломит, ребята. Сейчас все, Гвардоса с Гвардосом поканчивают. Но здесь, возможно, контр-игра. Здесь, возможно. И здесь ангел. Место для Бенблейда. Забирает арту. На! Сгорел один. Машина. Бладтырстер. Да. Главочка сейчас сломается. Главка сейчас пойдет. Главка пойдет, ее не вычинить. Здесь уже два облита, два танка, принц, машина. Все. Здесь Гвардос заканчивается. Но здесь... Нет, здесь турели. Дефайлеров контрят турели. Каски арта селисты. Сделал касок, но главочку теряет. Блин. Машина. Эх, так ты зачем? Ты облитами-то забери турели. Ты же видишь, тебе дефайлер, это именно турельки ломают. Ты забери турельки. Ах ты ж, блин. Все, Гвардос помер. Гвардос отъехал. Пошел ломать дальше сестру. Ну, что сделаешь? Контр-игра. Хаусит, да, эти два хаусита. Логика дело сделать. Джерси ливнул. Здесь. Да турельки заберите. Сейчас принц отъедет. Ну что такое-то? Турельки-то сними. Ты же урон получаешь от них основной. Ну что, этот вряд ли он успеет. Защититься здесь сестра. Я вообще буду ржать. Ангел вернулся. Ну что, два... Пачка. Сейчас завяжут. Ассасины хорошо. Здесь у хауситки проблема. А, вернулся своими танками. Ну куда тут техники-то нету? А зачем ты гены ломаешь? Казармы ломай. Унижение. Господи, какое унижение? Вы бьетесь 24 минуты и
унижали вы друг друга здесь по очереди. Так что никакого унижения здесь нет. Унижение было бы, если была победа минуте к седьмой. Вот это было бы унижение. А здесь никакого унижения нет. А, главочку бросил. Наверное, вот это ты имел в виду унижение. Да, да, да. Здесь атака захлебнулась. И 2 на 3 осталось. Да, 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 да. Соп хороший. Дарко Маркус хороший. Вот этот гвардеец зеленый подвел. Он бился, он старался, он хорошо работал, но он не выдержал, он не смог. Хаусит Килмур, можно было получше сыграть. Один соп. Один соп, ребята, поработал хорошо. Хорошо. Ну а парни внизу тоже нормально, логика потечилась, все хорошо. Гвардеец дела делал, течился, закрывался, нормально все. Микро Хаусит течился тоже нормально. Турельки, да пригодились твои турельки, все нормально, братцы, нормально. Хорошая каточка, хорошая. Прям вообще эпик, прям эпик. Да уж, чудом-чудом, да уж. Ну, Бен Блейд, конечно, Бенни Лимана, это жирный конец. Гвардеец, зеленый гвардеец. Все вопросы к зеленому гвардеецу, ребята. Это было сразу видно с первых минут, с первых секунд по поводу игры этого гвардоса. Ну, еще главка. По поводу игры этого гвардоса. Странное решение, которое он предпринимал. Он и команду и затащил на дно. Сразу видно, ребята, видно сразу примерно. С первых минут все понятно, как играет человек. None can stop me. Weakness, dog. Можешь радоваться теперь спокойно, чудом, чудом, чудом. Your soul is mine. Your soul will be mine. Ну, какой неадекватная логика, ребят. Логика что-то какая-то активная. Был бы ты на моем месте, ливнул бы. Да ты откуда знаешь? Это, наверное, не в Райтли был какой-нибудь неадекват этот, а? Ну-ка, ребятки, знаете, кто это за существо? Может, в райкец какой-нибудь неадекватный? Какого? Перепугу. Все так делают. Да не в них. Вряд ли, вряд ли, вряд ли. Не, хорошо, ребята, можете радоваться, можете радоваться. Победители не судят, проигравших не вспоминают. Здесь победа чистая, поэтому каждый что-то внес, каждый что-то сделал для победы своей команды. Поэтому вопросов никаких нету. Все, супер, супер. Эпичная репка, ребята. Напишите комментарии, что вы думаете по поводу этой каточки. Просто эстетическое удовольствие, ребята. Оставляйте лайки, оставляйте комментарии. Напишите больше комментов, поставьте больше лайков. Вступайте в группу в Дискорде, ребята. Все неформальное общение продолжается там. Я на связи, можно сказать, 24/7 в Дискорде. Все, досвидули, покидули. До новых встреч.